сейчас его минут 10-15 дадим ему перерыва. Ну, кобыла, мы все властишным. Не-не-не. Бася, ёлки-палки. Не торопись. Не торопись. Жена подождет. Сейчас. Вы оттяни его немного еще, может. Кинь, кинь их. Переступил. Дай дорогу, хает. Кабы ты... Каб колхозы ты, блядский, не был введен. Хай, хай, хай. Видишь? Ну вот, друзья, попили мы зеленого чая, и сейчас Александр уже второй раз поженили кобылицу его, вербу. Вера, иди сюда. Вера. Он привык, он на ту стороне ходит, да? Нет, с правой. С правой? Ну, уже он 12 километров прибег, он уже как ручный идет, да? Уже. Ну, ну вот, друзья, смотрите, понятно. Он уже привык, подходит сам, что дела, ему уже нет. Первый раз было, да. Да, привыкне, хороший жеребчик от племенных коней. В нем тоже текут першероновские крови. И посмотрим, будем снимать, показывать, как и будет. Вот Александра повозка, видите, какая телега у него хорошая. Все, бортики, вот. Металлопрофиль, все закидается, стопорится, красиво сделано. Все, брызговички стоят, щитки. Все, со стиральной машины порезал, хороший воз. Видите, светоотражатели. Рабочее хозяйство на телега. Но ему через лес, и что до дома, 12 километров уехать. Вот все, сидушка кладе. Ну, дай Бог, будет все добро. Попробуем через 18 или через 21 день проверим вербу. Так что смотрите. Вот. Сыночек опять и зашел он на перекус. Пасет мамку и двинуть они в дорогу. Вот столько уже комаров поднялось. Смотрите, на кобыле сколько дай, комаров летает. Дай Сан Санычу привет. Сейчас вообще где по лесе комарудный. Да, ну ему главное там 2 километра по лесе пролететь, что аж говорит, вся кобыла покрыта комарами. Что, хочу передать привет Курьяну Сан Санычу за то, что хорошую кобылу подогнал, рабочая. Работаем через день на ей. Вот привела жеребя. Покрыли, дай Бог, все где нормально. Да. Ну, да. Дай Бог ему здоровья. Да, ну, друзья между собой, да. Как этих коней разговаривать? Так, нас сильно мало коневодов. Да, сильно мало, как везде. Колхозы раскидаются, лошадей вообще нет, но вот потихоньку
занимаем, содержим. Так что люди ходят, вот его тоже. Сколько тебе завтра там халтур уже? Ну, городов 5 завтра. Да, вот взял отгул завтра, вот шофером робит на мазе 20-тоннике. И сейчас вот день я попросил отгула, чтобы свои огороды сделать. И там батьку поможет, брату. Ну, добро, друзья. Смотрите канал, пишите комментарии, ставьте лайки. По мере возможности будем снимать вам видео про лошадей. До новых встреч. Ну, давай, Александр. Все, пока. Счастливо. Все, до свидания. Ну все, друзья, всех благ вам.